Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней VIP-а, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируйся. Или же ты уже находишься в игре через телефон, заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАТ. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Начинаем, друзья. Всем огромнейший привет, с вами, как всегда, я, Саня Играт, и добро пожаловать на новенькую 9-ю серию «Найди тачку по скринам». И у нас сегодня 3 моих подписчика. Получается, Мерси у нас тут, получается, Макс и Рамзи. Эти ребята откликнулись, потому что я в Дискорде, если что, пишу, когда я ролик снимаю, так что будьте в курсе событий, ссылочка в описании имеется, приходите и будете также участвовать. Друзья, вы, я думаю, с правилами все ознакомлены. Я буду вам давать фотки. Ваша задача — найти машину, которую я спрятал. Но сегодня у нас эксклюзивная версия. Поэтому меня просили в комментариях. Я вам дам одну фотографию и ебитесь как хотите. Вот просто дам каждому по 10, наверное, минут. Хотя нет. У вас будет 10 минут, но первый, кто участвует, он выбирает сам. За сколько он примерно, ну, сможет найти эту тачку. Допустим, он называет число 9. И его за 9 минут ищет. Если он не находит, то у нас следующий приступает искать тачку. Если то... А, и второй участник называет цифру, допустим, за 10. То есть третий участник уже не может называть цифру 9, либо 10. То есть он может сказать: я за 8 найду. То есть и ищет за 8 минут этот самый автомобиль. Кто находит тачку, забирает себе ее в гараж. Справа, понятно? Да. Понятно. И еще важный моментик. Только участник, который первый поедет, который получит фотографию, он будет знать, что за автомобиль, какого он цвета, и он не имеет права говорить другим участникам в Дискорде, какая тачка. Понятно? Сразу кик, да. Если что, пацаны. Если кто проболтается, сразу кик. Два участника остаются здесь. Рамзи, ты, получается, первый тогда, да, был у первый. Нас. Давай, садись в свою тачку. Раз ты на своей приехал. А вы, ребятки, отдыхайте здесь. Кайфуйте. Можете поехать в кальянчик там, это самое. Так, а мы... Я тебя передаю сейчас. Подожди. Куда ты стартанул? Надо же время засечь. Вопрос. Вопрос, давай, вопрос. Время от 10 минут или еще... До 10. Ставить. До 10. Ты должен выбрать, друг, там... Ну, 10. Ты выбираешь число 10, правильно, да? Передаю тебе первую фотографию. Всего будет 3 фотографии, ты их не выкидывай, если что, я другим участникам тоже буду давать. Первая фотография. Господи. Я тебе фотку передал, как только ты стартуешь, я засекаю времечко. Ну все, поехали. Понял, да? Пример. Что ты ищешь? Это честно, это ужас. Это ужас, это серьезно, да? Все, готов? Раз, два, три, стартуем. Все, времечко я засекаю. Ребята, вы там кайфуйте, пока отдыхайте, а Рамзи приступил к поискам. Так, я не знаю, ты выбрал число 10, 10 минуточек, получается, у тебя есть... Давай каждый может 2-3 минуты. У меня еще 2 скриншота есть. Не знаю, помогут они тебе или нет. Но я тебе их скину в любом случае. Может, что-то оно тебе и подскажет. Итак. Ну, сейчас я съезжу в одно место. Давай. По делам. Можешь по своим скататься, в казик заехать. У тебя 10 минут, да. Что хочешь, то и делай. Кайфуй. Просто кайфуй. Так, ну о, как это. Очень... Так. Очень похоже. Протиснулась бы она в ту дверь, как ты думаешь? Да, все возможно. Все возможно. Так, тут ребятки чилят, стоят, отдыхают. Так, мусорка. Вот это моя машина, мне кажется. Подожди, ты тогда Мустанг искал? Или кто искал Мустанг? Красная мусорка. Так, ну, значит, не тут, едем в другое место. Ну, давай в другое место. Короче... Мне кажется, это должно быть в городе. Все возможно. А чтобы отмести, давайте я вам сразу скажу, потому что времени не так много у каждого. Палетку мы не едем. То есть отметаем ту сторону вообще. Район города, за городом, все вот это в Сколько пределах. Времени? Прошло ровно минута 40.
У тебя еще достаточно времени. Машина быстрая, четкая. Главное не разъебаться. Я могу это говорить. Ну, ты можешь еще дать скриншот, да? Я могу нас дать скриншот, да. Вас убивают в зеленой зоне? Да. Пиздец. Обидно, наверное, должно быть. Я лежу, я уходить не буду, пошли они нахуй. Поднимите, кто там живой, поднимите друг друга. Так его все убили, блять, вообще. Челика, который вас стрелял? Нет, этого, кто там был? Тут еще один. Я понял. Его убили. Ну подними. Его да. Прям добили. Так его вообще добили. Да, я уже иду. Давай. Весело. Подсказка. Что тебе нужно? Подсказка тебе нужна? Картинка. Так, ладно, следующий скриншотик выглядит вот таким вот образом. Сейчас я всем покажу. Не знаю, что это даст. Но, возможно, это что-то тебе даст. На самом деле, это такая больно жирная подсказка. Сразу круг, наверное, сузится, где можно искать вообще. Пацаны, а вы должны молиться, чтобы он не нашел. Потому что если он ее найдет, получается, вы тогда в пролете. Одна тачка. Одна тачка сегодня. Блядь, только не через больничку. Только не через больничку. Блядь, сейчас как кикнет. Сейчас как кикнет, блядь. Желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны. Оу. Интересно. Желтые тюльпаны. О-о-о. Что там Санёк там насклинил? Да. Сегодня прям жестко. Меня просили сделать всего лишь одну фотку, вот просто. И ищите как хотите. Но я сделал три. Ну, они такие, все в одном месте. Просто хочешь, ищи, смотри. Так, какое-то похожее, да, место. И машины тут есть. Но это не оно. Ошибка! Ищи дальше. А, ну подсказку можно. Подсказку? Ладно, даю еще одну подсказку. Выглядит она вот так вот. И передаю человеку напротив. Ну, рядом. Ну, нихуя она не дает, да? Ты тише стал, у тебя микро. Что случилось с микро? Алло. Во, нормально. Я примерно понимаю, где это. Ну сразу вспомнить тяжело, конечно, я понимаю. Я все понимаю. На это и расчет. Вы думаете, что миллионы они просто так вот получаются? Угу. Надо попотеть, поискать. Так чтоб я еще где-то есть место. Место, где ты можешь быть. Место. Так оно за городом, мне кажется, ну, блин. Это точно не палета, да, Саня? Точно не палета, точно. Ага, палета, вот которая в самом зале? Ну, где страховка. Да. Точно там не оно. Ладно, давайте так, чтобы упростить, это в пределах этого города, блядь. Все, а то вы поедете сейчас хуй знает куда. Хорошо. Жирная подсказка. Что-то похоже. Че, где? Ага, да, нет. Желтый. Ага, нет. Ага, нет. Оно где-то здесь, я уверен. Не знаю, у тебя меньше 3 минут. Бля, ну это сложно. Я вот сейчас сижу и понимаю, что это пиздец сложно. Я бы сам хуй угадал. А если никто не найдет? Ну, если никто не найдет, рядом, не знаю. Где-то рядом, придумаем что-нибудь. Понял. Я ничего не буду говорить. Холодно, горячо, тепло. Я все, молчу. Да, хотя бы первую букву гласную. Первую букву? Буква О на барабане. Тебе что-нибудь это дало? Да. А что тебе дало? Я просто любую букву, блядь, сказал. Так, что у нас по времени? Минута 10 от тебя осталось. А ребятам меньше придется. Кто-то выберет, допустим, 9 минут, а кто-то выберет 8 минут. А кто у вас, кстати, там в следующей очереди? Мы это не решили. Я. Ты? Да. А что ты? Мне кажется, последний. А что ты решил вдруг ты в очереди? Да, потому что там пацанчик раньше был. Ну так. Ходил раньше. У тебя 40 секунд. 40 секунд. Это ГГ. Ну все. Не сдавайся. 30 секунд. Друг, ты сейчас увидишь, что самое место. Я понимаю, ну где-то рядом, но
Значит, да, там был где в первом месте. Эх, Рамзи, Рамзи. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все! Твое время вышло. Едем к ребятам, кто следующий готовится. Первая фотография, которую я говорил, что покажу, выглядит она вот так вот. Не знаю, что она им даст, но что-то должна, в принципе, дать. Так, передаю тебе фотку. Так, мерси. Передал фотографию. Как только ты трогаешься, я запускаю секундометр. Это же моя машина. Нахуй ты сказал, все! Дисквалификация. А что это? А что это? Мне надо было найти эту? Нет, блядь. Не надо. Сейчас он пойдет в своей машине и скажет, ну все, я нашел. Ага. Да ты че? Давай, долго ты будешь думать? Все, время, время пошло. Времечко пошло. У тебя сколько минут? Сколько ты выбираешь? 10 уже нельзя. 9, да, ты выбрал? Да. Все, ладненько, 9 минуточек. Время пошло. Я говорю, чтоб они ее не нашли, я знаю, где она теперь стоит. Ты знаешь, где она стоит? Да. Ну посмотрим. Да. Ну посмотрим в конце. А ну-ка, подъедь ко мне. Макс! Нет. Макс! Не жульничать! Да я шучу. Не жульничать, а то тут начинается уже. Откупы пошли. Не надо ничего говорить! Но они не поймут, они-то не поймут. Не надо они ничего говорить. Ну. Я и так жирные подсказки дал. Все, пусть ищут. Рыскать, рыскать, ребят. Рыскать. Сразу скажу, это не на видном месте прям, блядь. То есть она не стоит вот так вот у обочины, блядь. Она где-то спрятана в дворах, мне кажется, да? Ну, смотря по фотографиям. Когда ты фотки увидишь, то, я думаю, поймешь. Был бы ты прав, возможно. Или был бы ты не прав. Так, возможно. Что? Что? У тебя 8 Посмотрим. Минут осталось. Нет, я понял, где. Иду попью водички там. Да, ну, мне кажется, если никто не найдет, можно второй круг сделать. Второй круг? У меня ролик будет что, блядь, час идти? Не, можно время просто не сделать. Да, перепрятать ее. Это если он ее нашел, он сейчас, блядь, такой. Все, я первый в очереди и поедет ее заберет, короче. Понял? Вне зачета поездил, покатался, нашел, потом такой, а, все, я нашел. Перепрятать, мне кажется, уже нет смысла. Ну да. А, ну да, да. Так, ты не отвлекайся. Так, через 7 секунд я уже подготавлю следующую подсказку. Так, выглядит она вот так вот. Не знаю, подскажет она или не подскажет. Смотри, подсказку передал. Так. Тут Рамзи тоже, кстати, искал, ездил. Ну, вот этот. Ну, хорошее место, кстати, ля. Был бы контейнер там бы открытый еще, было бы хорошо. Не-не-не, это не это. Вот такой уголок, ля, хорошее место. На будущее. Да. Так. Давай. У тебя, бля, где мой секундомер? А, он дальше продолжает, слава богу, я его чуть не сбросил. Так, 4 минуты прошло, с половиной, грубо говоря. У тебя половина времени. Через минутку, я думаю, тебе еще одну подсказку дам. Которая тебе не поможет. Поможет. Не, нихуя. Найду. Не поможет. Это где-то тут. Да ты заебал, блядь. Он меня просто кидает со скалы, блядь. С дамбы какой-то. Уже раз 5, наверное, ёбнулись. А, это не так. Так, ладно, следующая подсказка. В принципе, я уже показывал, но еще раз покажу. Выглядит вот так. И передаем человечку. Смотри. О, дождь пошел. Но он, кстати, уже вот похожую машину нашел, но она на контейнере стоит. Которая это такая контейнер. Разломанная. Гнилая. Ну что, подсказала тебе подсказка что-нибудь? Это утешительный приз. Ничего. Наивные ребятки думают, я им эту машину подарю.
сейчас. Ладно, сейчас посмотрим. Да, да, да. Бля, надо на 10-ю серию юбилейную сделать что-то мощное прям. Что-то придумать надо прямо. Бугатти разыграть. Бугатти? Сейчас, бля. Да. Ага. Ой. Бугатти. Куба не дура. Это где может быть? Это где-то может быть. Промежуток должен быть. 7 минут почти прошло. А это что означает? У тебя осталось сколько? 2 минуты. Да. Давай, дерзай. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше же для тебя. Я знаю, где она стоит. Ну и все, молчи. Но я ее не нашел. Я знаю, где она стоит, но я ее не нашел. Я по всем по фоткам просто понял. А не нашел. Понял, ну так надо было тогда искать. Так, 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 что по времени? Меньше минуты осталось! Да, все уже. Давай, давай, давай. А вдруг? Не-не. Ты сдаешься? Да, уже, ну как найти? Ебать, что с машины, что она прыгает? 30 секунд у тебя. Не, все. Все, сдаешься? Ну тогда езжай к третьему нашему участнику. Итак, Макс, ты готов? Да. Первая фотография. Я не буду показывать, все уже и так ее знают, как она выглядит, потому что у меня все равно лагает, не могу. Так, передаю тебе фотку. Смотри. И как ты стартанешь, я запускаю секундомер. Нет. Ну уже не секрет, что мы ищем BMW M8. Белого цвета. Это же я. Да, а, бля, секундомер забыл включить. Нихуя ты стартанул. Резкий, бля. Все, все, включил. Давай, время 8.59. 8 минут. 8 минут 59. Не-не-не, 8 минут, не пизди. 8. Ладно. Твоя судьба. Давай. Кстати, ты, наверное, единственный, кто сюда вот поехал, в эту сторону. Все остальные ребята искали немножечко в других местах. Только не на БУ рынок прошел. Ой, не на рынок вообще, потому что ну, нас кикнет. Я там и не прятал, так что нет смысла на той стороне прям искать. У тебя еще интернет лагает, либо что, потому что у меня как-то машина дергается. Ну ничего, ладно. Фоточка, конечно, интересненькая. Интересненько. О многом говорит сразу. Блядь, не езди здесь. Не здесь машина. Уезжай отсюда, пока нас не кикнуло вдвоем. Ну, Макс чисто по дворам ездит. Прям рыскает в дворах. Это, в принципе, так, ну, хороший, вот хороший желтые, план. Желтые. Где ты тут желтый увидел? Это дальтоник где? Да нет, вот слева. Ну это, блядь, какое-то прям такое бежевое, блядь. Ну вот желтое. Не сказал бы, что оно прям желтое. Дальтоник, хули сказать. Так, ладно, следующая фотография. Не знаю, что-то она тебе даст или не даст. Вот такая вот фоточка. Так, погнали, передаю. Смотри, но время идет, не забывай. Не забывай! 2 минуты 30 секунд прошло! А у тебя всего 8. Кто-то может сказать ничего. Блядь, не езди возле БУ Ренка! Блядь, у меня текстуры пропали, ёбана в рот! Пердоле, курва, пердоле. Ёбаный. Да не езди ты здесь, развернись нахуй в другую сторону, заебал. Я уже жирную подсказку дал, что здесь я точно не прятал в этом районе. Я понял, где это. Блядь, все равно катается там. Я понял, ну, блядь, все равно катается. Давай, ищи. Я понял. Я буду долго гнать велосипед. Дай угадаю, ты думаешь, это там, где танк? Нет. Нет? Не там. Ну ладно, я ошибся, значит. Нет. А время идет. 3:33, 3:34, 3:35, 3:36, 3:37, 3:38. Время идет. О-о-о-о. Интересненько.
Интересненько. Интересно, интересно, интересно. Ладно, давайте я сразу еще третью фотку дам, потому что она тебе, скорее всего, нихуя не скажет. Поэтому мне не жалко. Лови третью фотку. Понятно. Что тебе понятно? Что ничего не понятно, да? Да, да, вот именно. Заебись. Я так и хотел. Все, значит, по плану моему. Просто покатались пацаны, посмотрели, поискали, а тачку я засейвил. Легчайше, просто легчайше. Макс. Да, это жестко. Не молчи, давай. Ищи, думай, говори, думай. Ой, у меня крашено. Да. Специально, блядь, специально. Я на паузу нажал. Итак, Максим, 5 минут прошло. Время продолжаем, если что. Поехали. Да. У тебя, грубо говоря, осталось сколько? 3 минуточки. 3 минуты, уже, да? Уже меньше, да. Уже меньше. Пиздец. Пиздец, а что делать? И мы такие, жизнь такая. Ну тут такое желтенькое, ну да. не то. Да, Рамзи тоже тут катался. Литочка. Понятно. Значит. Значит, я подумал, где это? Где? Кто? Когда? Мне кажется, это на васах. Где? На васах. Это чё? Пизда. Блядь. Уебали, кибертрак. 15 секунд. Бля, ну всё. Габелла, да? Да. Габелла. Ну ладно, считаем. 5, 4, 3, 2, 1. Тормози. Все. Никто не справился с сегодняшним моим заданием, и я сейвлю себе тачку. Хотите знать, где она была? Да. Да. А можешь так еще демку тут? Короче, а, вот здание. А, серьезно? Вон машина. Серьезно? И вот тачка стоит. Ну ладно, я вообще. Я понимаю, что сложно. Я понимаю, что сложно. Ну и машина недорогая. Точнее, дорогая. Недорогая. Да, вот. Как бы и легко, и сложно. Просто надо было найти похожее здание с желтой отметкой и заехать туда вовнутрь. Это сложно. Я до конца думал, это где-то. Гетто. Ну, кстати, в гетто такое же практически, точнее, Макс вот сейчас ездил, он нашел такое же здание, только синяя полоска была, я еще, блядь, удивился, нихуя себе. Вот так вот. Ладно, каждому из вас, по 500 тысяч, как утешительный приз. Согласны? Ну, да. Заебись, да? Залутали, по-моему. Да, заебись. В следующий раз, я не знаю, немного по лайтовее, но что-то новое я придумаю. Тем более будет 10-й юбилейный выпуск «Найди тачку по скринам». А я буду со всеми прощаться. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите свой комментарий. Ребят, есть вам что сказать? Да, всем удачи, всем пока, подписывайтесь, лайки, все подписывайтесь. Всем удачи, вообще. Лайкосики поставим. Гелик я выиграю. Увидим. Розыгрыш уже, наверное, был, когда выйдет этот видеоролик. Все, ребят, всем счастливо, всем пока-пока.